Между тем, в освобожденном Ходжалы создается новый источник водоснабжения. С учетом того, что в результате реализации программы «Великого возвращения» численность населения города и потребность в питьевой воде увеличится, будут пробурены две новые субартезианские скважины. Одна из них уже введена в эксплуатацию, бурение второй продолжается. Так, вода из источника будет поступать в резервуар объемом 500 кубометров, а оттуда будет распределяться по городу. Кроме того, в Ходжалы расширяется существующая линия питьевой и сточной вод, потому что канализационная сеть, охватывающая небольшую часть города, находится в аварийном состоянии. Работа осуществляется Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. В соответствии с планом Великого Возвращения, с учетом населения в городе Ходжалы по заказу Государственного водного агентства, бурится дополнительно еще одна субартезианская скважина. Бурение второй в дальнейшем обеспечит круглосуточное водоснабжение жителей Ходжалы. В настоящее время в городе продолжается строительство новой водопроводной и канализационной сетей, что сыграет значимую роль в обеспечении ходжалинцев водой.